РЭП в эфире Первого с главными событиями дня. Здравствуйте. Приднестровье никому не угрожает, не проводит мобилизации и не видит военных приготовлений со стороны Молдовы. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» рассказал президент Вадим Красносельский. Глава государства говорил об отношениях Приднестровья с соседями. Градус интереса к Приднестровью не снижается. Президент Красносельский говорит о ситуации вокруг республики. Буквально накануне Евросоюз запустил программу военной помощи Молдове на 40 миллионов евро. Милитаризация соседей продолжается. Пока прямой опасности нет, говорит Вадим Красносельский. Я не вижу желания именно официальных молдавских властей на вторжение в Приднестровье и на складку здесь конфликта. Я вот этого не вижу. То, что бы ни говорил, там уже так и так далее, вот это факт. Я не вижу именно стремления руководства Молдовы сколыхнуть здесь ситуацию именно военным путем. Да, есть элементы там экономических вариантов, давления и так далее. Но мы тоже эти вопросы пытаемся решить. И сейчас вот молдавская сторона вроде бы показала свой конструктив в этой части. Но что касается военной, я не вижу именно прямых военных приготовлений на войну с Приднестровьем на сегодняшний день. Это факт. Дальше время покажет. Дальше к ситуации в Приднестровье. У нас мобилизации нет. И вообще, военные приготовления скрыть невозможно, говорит президент. Не так давно в интернете писали, мол, в Приднестровье агитируют граждан заключать контракт с армией России. Если есть заявление, что Приднестровье создают военную опасность в регионе, значит, кому-то выгодно раскачать эту тему. На самом деле мы никакой военной опасности не создаем. И что касается Приднестровья, оно же прозрачно все. Да, здесь вот невозможно скрыть военные приготовления. Вот в чем нюанс. Ни приднестровским вооруженным силам, ни российским вооруженным силам это невозможно сделать. Да? И это было бы видно по другим признакам. Кто люди военные, кто занимается разведкой, отлично понимает. Говорили и о специальном заявлении по ситуации вокруг Приднестровья. Его на прошлой неделе принял Верховный Совет. Главное в документе – Тирасполь не строит агрессивных планов, настроен на мир и диалог. Приднестровье рассматривают как территорию влияния Российской Федерации. Вот здесь находятся российские вооруженные силы, миротворцы и фактор напряжения. Здесь есть склады в Колбасном, и все это смотрит через призму возможной агрессии этих сил против соседей, в данном случае Украины. Приднестровье не может быть агрессором. Народ не пойдет наступать, вы поймите, да, вот этот многонациональный народ не будет атаковать своих родственников, которые проживают либо там, либо там. Это факт. Но защищать себя 100% будут и готовы к этому. Заявление Верховного Совета о ситуации вокруг Приднестровья – это шаг к миру, считает президент. Документ отправили всем участникам переговорного формата 5+2.